За 20 лет поместье белорусского Деда Мороза встретило миллионы гостей. И все основные встречи проходят именно на этом легендарном крыльце у деревянного терема. Но мало кто попадал внутрь жилища белорусского Деда Мороза. Сейчас 2 января, и не факт, что волшебник дома, но мы попробуем его застать. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Ну, проходите, мои хорошие, проходите. Я, конечно, гостей не ждал. В свое время на создание сказочной усадьбы ушло несколько лет. Резиденция такого масштаба стала первой в стране. Деревянный терем, компактный, но здесь все продумано. От зала для аудиенции до спальни и гардеробной волшебника есть и рабочий кабинет. Самое главное для дедушки, чтобы все были счастливы, чтобы все дети получили подарки. С приближением Нового года в резиденцию доставляют целые коробки с праздничной корреспонденцией. До 17 тысяч детских писем. Поместье гордится, что здесь отвечают каждому ребенку. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Арина. Мне уже 4 годика. Дедушка не может оставить без ответа. Все письма, конечно, бывают, конечно, что где-то поздно доходит до дедушки, но дедушка старается всем после Нового года сразу же ответить. Ну, а собственно, это моя кровать, где я иногда отдыхаю, вот мои 7 подушек. Главная помощница Деда Мороза, Снегурочка, живет в домике напротив. Ее жилище особенно облюбовали гости поместья из-за волшебной силы зеркал внутри. Это позволяет Снегурочке оставаться всегда молодой и красивой. Они обходят мой домик вокруг, смотрятся в это зеркало. Дети могут стать умнее и здоровее. Мужчины становятся мужественнее, женщины становятся краше. Зимняя жаркая пора – время, когда волшебник завоевывает сердца гостей не только со всей Беларуси, но и с Китая, России, далекой безснежной Африки. За 20 лет наберется больше сотни стран земного шара. А в СНГ волшебника в один год и вовсе признали самым популярным. Прямо из разных стран могут приезжать. Где-то из очень далека, которые никогда не были у меня в гостях. Вот приезжают и оставляют дедушки, как им понравилось, у меня в гостях. И чтобы хотели еще ко мне приехать в гости. Ты любишь перечитывать эти... Ну, конечно, я все люблю перечитывать. Я ее иногда могу и 5 раз на день перелистать, посмотреть. Дедушка, а как ты планируешь отметить 20-летие поместья? Ну, я надеюсь, что оно будет очень красивое и праздничное мероприятие у нас. Так что приезжайте все к нам в гости. Автобусом, поездом, самолетом в гости к белорусскому волшебнику, белорусскому Деду Морозу в праздничные дни прибывают до 8 тысяч туристов. В связи со всеми событиями этого мира, чтобы вот так же падал снежок, и мы могли любоваться тем, что у нас есть, что мы сохранили, смогли сберечь, приукрасить. Ощущение все-таки новогодних праздников и все-таки, что Деда Мороз существует, все-таки остается. Очень красиво все, все-таки дружелюбное, красиво, очень замечательно. Если всех гостей поместья Деда Мороза за 20 лет составить в один хоровод, то его радиус будет равен почти 1000 километров. Я как Дедушка Мороз могу сказать, чтобы всем только самого хорошего, чтобы в новом году исполнялись все самые заветные желания, чтобы у всех было все хорошо. Кристина Протасовицкая, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область.